Отже, нокаути за новими правилами розпочинає Іван Дорп. Очень хорошо. Я приглашаю сейчас на сцену, да? Да, ты повинен зараз назвати ім'я першого учасника. Наші камези фаворитами являються Костик і Влад. Я почав насправді переживати. Приглашається на сцену для виступлення маленький, но очень талантливый мальчик Влад Карасюк. Влад! Я не ожидал, что я буду выступать первым. Я збирався йти першим. Я хотів сісти на перше місце. Ти на сцену йдеш! Давай! Даже малейша ошибка на сцені допустима для мене. Он голос этой страны. Небесно талантливый человек, ты мой, что ты принес мне сегодня, скажи. Я буду петь песню, которую можно считать высшей математикой музыки. Я бы так не рисковал. Когда я выхожу на сцену, я полностью верен в себе. Мой единственный конкурент – это Влад. Ведь загроза моего прохождения у прямого эфира. Это Влад предложил эту песню, мне очень понравилось. Мне хотелось, чтобы Влад звучал фирменно в нашем, украинском ключе. Это бомба. Я его боюсь, как соперника. Я должен остаться в четверке и попасть в прямой эфир, потому что музыка для меня – это вся моя жизнь. Влад, дорогой Влад, смотри на эти кресла, я тебе даю аванс, ты первый, тебя не с кем сравнивать, поэтому... А власне, ремельская лекарь старобетары, старочка лебетары сюда. Что? Влад наймолодший, але дуже потужний ваш конкурент, так? Так. Да. Просто за него переживаю. Він дуже відповідальний. Музыкальный кайф. Именно то, чего мы ожидали от такого молодого участника и от такого экспериментатора, тренера Вани Дорна. Именно таких версий песни, которые учат во втором классе. Первое место, первое кресло.
Він нам планку поставив, тепер ми маємо показати. Дюк Еллінгтон, коли його запитали, який ваш улюблений стиль музики, сказав, що є тільки два стилі музики. Хороша музика і погана музика. Сьогодні була хороша музика. Клас. Спасибо. Мурахи пішли, ух! Відважний, мужній, музикальний. Дякую. Щоб ви постійно були на першому стільці, вам бажаю. Спасибо, що. Ти почав не як найбільший, а як, мабуть, як найстарший, найопитний. Ти впевнено, смело, сімимільними шагами садишся на це перше крісло. І, сподіваюся, будеш сидіти там ще довго. Дякую, Влад. Дякую. Владислав. Хуже всего в этом номере звучал только мой битбокс. Еще 7 выступлений, неизвестно, на каком стуле я окажусь в дальнейшем.